интересно. Если будет что-то интересное, то я выпущу это как маленький бонус. Присел я, называется, в том месте, где я собрался строиться, и смотрю, летят какие-то непонятные шпяки. Думаю, блин, надо полететь посмотреть. И я вот лечу, смотрю. Потому что интересно, что это такое. И какого фига оно летает? И это, походу, дело вулкан. Погоди-ка, не было такого. Здесь не было лавы. Вулкан извергаться умеет? Ну-ка. Ничего не пишут. Интересно. Ну, не было этого раньше. Да и вот этой лавы тоже не было. Вулкан взорвался. И гейзеры пошли. Ё-красоте. В реально ничего не было. Офигеть. Здорово. Вот он, гейзер. Прямо аж рвет. Из недр земли водой. Погнали, посмотрим. Ну, собьют так собьют, что поделать. Буду томить нового птерчика. Я ж разгрузился. Да, я разгрузился. Отлично, погнали. Офигеть. Первый раз такое вижу. Мало того, что первый раз такое вижу, я первый раз вижу это на этой карте такое. Даже так. Интересно, здесь тоже будет средняя грядка? Нет, GPS. Офигенно. Вулкан взорвался. Кстати, что там еще? А, труба. О, ну-ка давайте-ка посмотрим, что там с координатами. 24 на 62. Даже интересно. Офигенно. Ого. Честно, я очкую, если попадет в меня, это, я думаю, ваншотом будет. Но здорово. Так. Опаньки, и пара исчез. Здорово. Здесь вон виверны летают. Будто бы здесь лава должна течь. Смотрите, реально это был взрыв вулкана. Лава перестала течь, гейзеры перестали... Не, гейзеры еще рвутся. Лава перестала течь. Русла пересохли. Это что такое было? Это что, так и положено на этой карте? Офигеть, если фото настолько продумано, что даже взрывы вулканов здесь должны быть. Это же здорово. Это просто офигенно. Извержение вулкана, блин, называется. Офигенно, здорово. Мне нравится. Мне это нравится. Мне это однозначно нравится. Да уж, вот такой вот маленький вам бонус видео о том, что все-таки, да, здесь карта не просто загадочная и... хранить себе много тайн, руин и так далее. Но еще и может вулкан на ней взрываться. Это, наверное, это сигналка, да? Сигнальная ракета. Я думаю, там, типа, наверное, ракету запускали. День приди. А мне нормально. У меня гамма 4. В общем, все просто офигенно. Мне это очень даже сильно понравилось. То, как это выглядит. Конечно, это было ночью, это плохо... О, а нет, гейзеры все еще бабахают. Офигенно. Здорово. Взорвавшийся вулкан на карте. Ни разу такого не видел. И не зря, что я это увидел.
Так что все, на этом все. Ой, мне даже как-то жарко. Мне в реале жарко и здесь тоже припотеваю конкретно. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.